Саш, насколько сборная готова к чемпионату мира? Сборная готова, все ребята оптимистически настроены, вся большая работа, которая была на сборах, проделана, поэтому сейчас все с нетерпением ждут первой игры. А какую задачу перед командой поставил тренер? Насчет конкретной задачи мы еще не говорили, я думаю, будет ближе к первой игре, но у нас у всех задача в каждой игре стараться показывать максимальный результат, брать очки, и дальше уже будем смотреть с турнирной таблицы, как нам дальше действовать. Вы вчера провели первую тренировку в Дворце спорта. Как вам здесь, уютно? Да, хороший лед, прекрасно поработали техники, все, кто делал, максимально комфортные условия, поэтому лед отличный, все ребята отметили, очень здорово, поэтому приятно тренироваться во Дворце спорта на хорошем качественном льду. Какая атмосфера царит в сборной накануне игры? Нет ли у вас разногласий? Как вы вообще общаетесь ли вне соревнований? Дружите? Конечно, все ребята друг друга знают очень хорошо, поэтому атмосфера хорошая, все друг друга поддерживают. Все в боевом настроении, ждут начала чемпионата. У вас лично есть какой-нибудь талисман, либо оберег, который вы всегда берете с собой на игру? Это у каждого лично есть, маленький секрет. А вот нам тренер немножко признался, что также вот в раздевалке остаются какие-то тоже свои обряды, так сказать, вы проводите перед играми. Поделитесь. Скажу так, что все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке. Поэтому это остается в команде, дальше это не будет выходить. А как складывается ваше отношение с тренером? Он строгий? Он справедливый. Кричит на вас? Ну, в принципе, сборная всегда собирается на маленький промежуток времени. Есть моменты, когда тренер должен прикрикнуть, и Александр Валерьевич такими качествами располагает. И очень хорошо может, где надо, тонко подметить какой-то момент. Помимо хоккея, чем в жизни занимаетесь? Есть ли у вас хобби? Безусловно, есть. Давайте уже, не сыпьте меня вопросами, уже времени немного.